Всем снова привет, с вами снова я, Дезертир, и это тоже продолжение игры Assassin's Creed Black Flag. Как вы помните, мы закончили на том, что я посмотрел Стеллу Майя. Итак, мы продолжаем отсюда же и бежим на в запретную, так сказать, зону, осматривать ее. И вообще смотреть, что тут интересного есть. Заодно я хочу еще убить пару ребят, которые здесь оставались в прошлый раз. Попробовать взять вот ту фигню сверху. Я могу еще тут это поджечь все. У меня будет 6, 5, 4. 3, 2, 1, мать его. Что мне это дало, непонятно. Но, наверное, это что-то полезное. Прыгать под вот таким углом. Отлично. Все, фрагменты анимуса на этом острове я взял. Причем взял их все. Более здесь их нет. Опять же, в запретную зону входим, и нам надо подняться на самую верхушку. Нет, не зайти сюда, а на верхушку. Будем пробовать это делать. Могу поспорить, что с первого раза мне это навряд ли получится. Что я не имею ни малейшего понятия, откуда здесь забираться. Вполне возможно, что я заберусь. Нет, надо же, забрался с первого раза. Итак, делаем осмотр. И, скорее всего, спрыгиваем все, но я так думаю. Да. Так обрадовался, что мы спрыгнули в сено. Давайте посмотрим карту быстренько. Мы здесь можем найти мелодию, ревуна, еще один сундук, и, в принципе, вот на плантации, скорее всего, все. То есть более интересных мест здесь я пока не вижу. Давайте убьем вот этого человека, что нам будет сейчас мешать. Отлично. Итак, мы идем за мелодией. Как мы идем за мелодией, мы заходим вот сюда и провороним мелодию. Это логично, это все же у дезертирки, все хорошо, как всегда, правильно? Все ж супер. Вот и мы берем мелодию. 5 шанти. Рио Гранде мелодия называется. Хотя, что-то я такое слышал. Итак, нам надо взять последний сундук. И куда же у нас миссия? Цель миссии. У нас она вообще вот здесь аж. То есть на другом острове. То есть нам тупо надо с плантации свалить. Нам на плантации делать нечего. Нам из нее надо уходить. Ну, кстати, мы можем вот здесь поджечь все это дело. И убежать. Зачем мы это сделали, я абсолютно не понимаю, но мало ли, может, это прикольно. Вообще, взрывы это интересно, своеобразно, мощно и круто, но не всегда правда. Вообще, там мы много где чего можем, как я вижу, поджечь, оказывается, но я об этом узнал только сейчас, и когда проходил, я этого не видел даже. Ладно, возвращаемся быстренько на лодку, а соответственно впоследствии на корабль. И отплываем с этого острова, который нам в принципе не нужен. Хотя плантацию вообще по-хорошему могли бы захватить и себе. Не выйдет, парень. Надо вручную. Ой-ой-ой. Напоролся на риф и даже этого не заметил. Итак, 1000 километров, точнее 1000 метров для бешеного пирата не крюк, поэтому будем плыть. Ох ты,
тут мель. Чем мель не показана. Так, удерживаю штурвал. Я удерживаю, он что-то толк отпускает. Я спускаюсь вниз. И давайте зайдем еще посмотрим в каюту. Я думаю, какую-нибудь новую вещь. А именно новую вещь для корабля. Что мы можем, собственно говоря, купить из улучшений? Мощность тарана. Мощность ядер. Давайте купим мощность тарана. Я думаю, оно нам будет полезно. Это во-первых. Для следующей мощности тарана нам нужна стальная... ну, сколько-то там... Нет, не стали, дерево. Для бортовых орудий. Следующее улучшение дороговато стоит, я скажу. Ну, по металлу, дереву. Я вот думаю, может накопить лучше на это. Потому что мощность тарана, конечно, это интересно, но не столь важно. Так, эти ядра наносят средний урон. Давайте их купим. Куплены новые ядра. Большой урон. Угу. Большой урон. Большой. Угу. Наносить урон с большого расстояния. Базовые мортиры. Ну, давайте купим мортиры. Я так понимаю, до этого мортир у нас не было. Вообще, мортиры, в принципе, полезная штука, насколько я знаю. Итак, продажа грузов. Мы можем продать сахар и можем продать ром. Но что тогда будут пить наши пираты? По очень хорошей цене. Ну да. Продажа охотничьих трофеев. Вот, например, кожа акулы БК стоит всего 580 рублей. Ну да, в принципе. Так, мортирные ядра. Теперь вы можете стрелять из мортиры на большом расстоянии. Удерживайте R, чтобы активировать режим прицеливания. И используйте для наведения. Так, нажмите для выстрела. Попробуем. Итак, получен базовый таран. У нас сейчас немножко изменен корабль. У нас появился таран. Вон он, видим. И теперь мы можем протаранить какой-нибудь корабль. Удерживайте R. Удерживаю, а толку, как говорится, нет. Так. Купите три улучшения для корабля. Гэп за бортом! Там дальше испытания различные. Я это не буду смотреть. Я буду проходить миссии. Итак, следующая миссия — хорошая оборона. Ну, за пиратскую республику, братья. Мы богаты, свободны, и нас не достать королям, попам и сборщикам налогов. Почти 500 человек присягнули на верность береговому братству в Нассау. Славное число. Да. Но нам нужны надежные укрепления. Напади король сейчас, он нас уничтожит. Так найдем обсерваторию. Если тамплиеры были правы, нас не победят. Опять ты за свое, Кенуэй. Это сказки для детишек. У нас серьезное дело. Угнать галеон и все пушки на один борт. В нашей гавани он будет славно смотреться. Будто это так просто, угнать испанский галеон. Есть на примете? Именно. Я покажу, где. Тот еще красавец. Толст и ленив. Да ладно. Угоним галеон? Офигеть.
Это реально огромные корабли. Это, по-моему, вот наподобие того, которого мы встречали. Я сказал, на такой уж и не напарываться. Я думаю, вы видели, там было написано то ли 20. Мелкий хороший ход. Отобрал у испанцев, да? Да. В самый разгар страшной бури. Перед тем, как Серебряный флот выбросило на берег. А насчет добычи слухи не врут? Скорее преуменьшают. В тот день реалов затонуло на миллион фунтов. Шторм, забава дьявола. Надо будет понырять там. Посмотрим, что выловим. Славно было бы понырять там как-нибудь и оставить в покое несчастных карибских купцов. Ничего себе! Это нам говорит пират. Но раз такое дело, я поддержу. Прибережем звон сабель для солдат и для всех тех, кто встанет у нас на пути. Нас сносит ветром местами, что ветер показывается на карте зеленой стрелкой. А он сейчас нам дует почти в бок. И давайте нажмем на, собственно, карту и посмотрим, что же вот здесь вот есть. Быстрое перемещение. И, в принципе, там показано, что я все собрал, кроме дикой природы. Это значит, что мне там делать нечего, видимо. Это считается как зачищенным местом, скорее всего. Я, честно говоря, в таком тумане. Осторожней! Неизвестно, что там впереди. Сплошная стена из воды. Не трусьте, ребята! Справимся. Итак, мы опять в шторм попали. Вот, похожие волны. Надо идти на них, потому что иначе они могут перевернуть корабль. Кстати, как именно идти на такие волны нам показывалось в игре Call of Cthulhu, кто смотрел мое прохождение. Вот. Там это было видно. Пустите все, кроме гротов! Выбирай, выбирай до конца! Вот я вижу корабль, но я не могу. Надать скорости! К лейерам будет удар! Пока нормально, пока мы хорошо проплываем. Все, давай! Убрать гроты, живо! Поймать ветер! Не корабль, а просто монстр! Да, в честной битве его не одолеть. Слышишь, Кенуэй? Слышу. Держись подальше. Выберем момент для атаки. Под покровом темноты, думаю. Да, может и так. Еще под... Поднять все паруса! Скорее не покровом темноты, а скорее просто взять и аккуратно и залезть на корабль, перебить большую часть людей, а дальше они сами сдадутся, как вариант. Должно помочь, по крайней мере. Блин, ну обзор у корабля, конечно, дикий. То есть нет, у меня, конечно, тоже не хуже, но, блин... Это галеон. Чего хотели это? Представляете, 60 уровень. Это там 2000 реалов, мортирные ядра, тяжелые, дерево, ткани, сахара. Чего только нету. Это просто, это огромный корабль-монстр. Я не успею уйти, не успею. Срочно надо в бок. Ну, быстро. Все, молодец, красавец. Рифы на фоке! Марселя! Ай-я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 й! Мы попали. Крепче найдешь! Быстро! Корабль! Пушки готовь! Бриг! Испанские флаги! Вот это бриг! Гроты отдать! Вперед! Светили им на 2 и 3! Паруса бросают! Шевелись сейчас! Блин! Уходим, сэр! Этот тварь нас... А, ну да, если мы привлечем внимание, нас галеон, скорее всего, внимание обратит тоже, и мы в жопе тогда. Ладно, не, просто неожиданно было.
Сейчас надо обойти в бок, сразу уйти. И уже держаться этой стороны. Рифить все морзеля! Все наверх! Бомбранцелю! Паруса отдать! Круче к ветру! Лизели, убавить паруса от бури! Убрать марцели! Лизеля отдать! Вперед! Куда же вы на нас плывете, черти, блин? Приходится уходить в бок. Подойдите ближе к цели. Так стараюсь, ё-моё. Следуйте, говорит, за кораблем. Я не могу следовать меньше за кораблем. Ход! По той причине. Бомбранцели убрать! То корабль. Очень-очень плохо. Паруса отдать! Круче к ветру! Так, нам надо... Мы сейчас противостоим ветру, на самом деле ветер дует на нас вообще. Убавить ли себя? По-хорошему. Рифы на фоке! Марсели убрать! Так, как мы обошли. Спустить паруса! Боковой корабль. Отдать. Быстро проходим, пока он не развернул. Ай, не Марселя, и Марселя! Пернитеатр. Опять разворот. Выбирай до конца! Разворот, 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 разворот. Свободу. Быстро уходим. Главное не добиться того, чтобы десинхронизация была, иначе будет очень обидно. Потому что, в принципе, в этот раз я лучше прошел, чем в прошлый. Не проскочу, черт. Скорее всего. Я проскочил. Отлично. Великолепно вообще. Каким-то чудом я проскочил мимо охранного корабля, который сейчас меня заметит, сука. Был супер. Да, ну конечно против такого. Пустить все, кроме гротов! Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас зажмут, зажмут, гроты зажмут, убрать, зажмут, быстро! Зажмут. Еще паруса отдать! Блин, вообще, я вот просто прифигиваю. Иди, Марселя и Промселя! Убрать марсели! Так, о, сейчас утопленника, которого, видимо, с галеона выбросили. Парус наполнился ветром! Лисели поднять! Спасти утопленника. Ну, блин, ребята, я вам скажу, это довольно... Меньше ход! Тяжелая миссия с тем, что приходится... Грот к ветру! Брамсели убрать! Чарльз Бэйн! Образчик безрассудства! Твой старый друг? Я не назвал бы его другом. Но мы долго работали вместе. И я его уважаю. Зона поражения Мортир. Когда вы находитесь под огнем мортир, зона поражения отображается кругом на воде. Желтый круг означает, что ядро уже выпущено и надо уходить. Когда круг станет красным, вы получите урон. Не стреляй!
стреляют! Блин! К бою готов, сэр! Так, стоять на одном месте — это точно не лучшая идея с моей стороны. Блин! Тут еще углем можно пострелять. Они стреляют! Залп! Плотни водички! Минус один. Образцов петрей к ветру! Блин! Итак, сейчас будем попробуем. Стреляют! Марселя! Рамселя! Рамселя! Лиселя! Блин! Водички! Блин! Сам! Готовы, сэр! Итак. Мне нужно сейчас попасть вот в этот корабль. Готово. Убавить лиселя! Вот тот корабль. Блин! Пушка готова! Сейчас будет залп! Стреляю! Ух, что там выжили? Но потеряли корабль из виду. Идет к тому острову. Я знаю это место. Природная крепость. Там засел француз, капитан Дюкас. Жульен Дюкас, тамплиер? Звать так, про титул не знаю. Я его знаю. Он вспомнит, что видел мой корабль в Гаване и задумается, кто на борту. Это опасно. Но я не хочу терять галеон. Подумаем. Может, дождаться темноты и на абордаж? Все может быть, но я думаю, что это будет в следующей серии. Ну а сегодня на этом все. Это и была еще одна эпичная боевая морская битва. С вами был, как всегда, Дезертир. Это был, как всегда, Ассасин. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.